Киевском дворце детей и юношества прошла 7-я международная выставка «Современные учебные заведения 2016». Образование Днепропетровской области представляли 110 учебных учреждений. Среди них Департамент образования и науки, облгосадминистрации, областной институт последипломного педагогического образования, а также управление образования и учебные заведения области. Каждое учебное заведение региона представило стенды достижений, инновационные методики, проекты, изобретения, модернизацию профессионального образования, психологическую поддержку детей и многое другое. В течение 3 дней участники выставки делились опытом с коллегами на практических семинарах, конференциях, заседаниях круглых столов. По результатам конкурса Днепропетровский областной институт последипломного педагогического образования стал обладателем гран-при, лидер последипломного образования Украины. Еще 17 школ из Днепропетровска, Кривого Рога, Днепродзержинска, Марганца награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.